Привет, ребята! Сегодня мы на канале BS будем играть под игры. Так что начнем. А первая игра у нас Stencil Art. Stencil Art. Посмотрим, насколько у нас получится. Это очень красивая игра. Нам надо покрасить. Так, посмотрим, что потом получится у нас. Детям это понравится. Что дальше? Так, хорошо. Так, еще непонятно, что получится в самом конце. Дальше. Ну-ка, ну-ка. Хорошо. О, жук, по-моему, получится. Давайте, давайте. Да, я правильно угадала. А, еще детали. Давайте покрасим. Вот. Красиво получилось. Следующее, что у нас? Так, так, так. Посмотрим, что это у нас получится. Ребята. Объем большой. Ну-ка. Я не могу еще понять, что у нас за фигурочка. Так. Нет, ребята, я не понимаю, что в конце получится. Никак не могу угадать. Так, хорошо. О! Гармошка наша. Идем дальше. Нарисуем еще что-нибудь. Кажется, это какое-то животное. Ну, я так считаю. Так. Кажется, это у нас лес. Посмотрим, что в конце получится. Так, хорошо. Отлично, отлично. Ну. Осталось совсем чуть-чуть. Да ладно, может уже хватит? Сейчас посмотрим. Нет, это не лев, ребята. Это у нас типа горилла или что-то. Ну ладно, идем дальше. А следующая игра у нас Perfect Cream. Задача у нас такая. Нам надо делать десертики, вкусняшки. Вот. Вот, хорошо. Только надо делать все это равномерно. Прелесть. Вкусняшки разноцветные, аппетитные. Наш десерт готов. Молодец. Славно поработали. Идем дальше. Так, так, так. У нас тут еще есть сундучки с бонусами. Хорошо. Так. Пирожные. Фрукты, покрасенные кремом. Отлично. Так, 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 так. Конфетти и еще вишенка сверху.
Вкуснота-то, красота-то какая! Ребята, не забываем подписаться на наш канал, ставьте лайки и нажмите на колокольчик. Для нас это очень важно. Если есть у вас какие-то игры, которые вы хотели бы видеть на нашем канале, то напишите. Мы обязательно прочтем ваши письма. Так. И учтем ваши пожелания. Так. Ого. И все. Давайте идем дальше. Следующая игра у нас Fishtim. Тоже хорошая игра. Особенно для детей, которые любят пазлы или фигурки всякие там собирать. В общем, увлекательная игра. Думаю, детям это понравится. Так, идем вперед. Так, задача у нас такая. В общем, надо разбить вот эти квадратики и еще освободить вот эти камушки. В общем, идем. О, ага, нет хода, нам дали шанс, чтобы мы поиграли. Отлично, отлично, ребята. Так. Ну, мы сначала должны еще и от тебя освободить вот эти фигурки, чтобы смогли в дальнейшем поиграть. Так, хорошо. О, взрывчатка. Взрывчатка нам очень помогла. Сейчас и тут поможет. Так. Осталось совсем чуть-чуть. Так. Вот и все. И мы победили. Уровень пройден. Давайте еще раз поиграем. У нас задача посложнее, кажется, уже. О, это хорошо. Давайте мы тут взорвем. Так. Что еще? Так, ребята, отлично пока что. Пока все хорошо. Дальше. Супер. В общем, сложнее будет вот эти кубики верхние. Но мы постараемся. Если получится. Так, хорошо. Да. Вот и помогли мы очень.
Так, 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 давайте, давайте. Этого освободили. Ну-ка, остались только эти трое, да? Ну уж, давайте постараемся. Так, что дальше? Да, задача стала посложнее, ребята. Так. Остались эти двое. Да, мы проиграли. Ладно, ребята. В следующий раз постараемся выиграть. А следующая игра у нас это самое Commuters. Так, что у нас тут за задача такая? Нам надо пассажиров посадить, в данном случае, вот на лодку. И сделать так, чтобы все были довольны. Отлично. Так, хорошо. Посмотрим, хватит ли места всем. О, нет. Не хватило. Идем дальше. Так, так. Ого. Поместились. Отлично. Хороший результат. Дальше у нас что? Неплохо. Но остались недовольные люди. Давайте постараемся всех поместить. О, о, давайте. Идем дальше. Так. Отлично. Так, мы уже на дорогах. Ой. Давайте, давайте. Все хорошо. Так, и хватит. Ой, блин. Опять наш автобус взорвался. Ну-ка, давайте, хорошо, вот и отлично, хороший результат. Ну ладно, ребята, идем дальше. А следующая игра у нас Cooking Dash. Что нам надо делать? Кажется, нам надо приготовить всякие вкусняшки. Так. Задача у нас такая. В общем, у нас есть продукты и клиенты, которые... А, этот... А, он разве это самое, салат хотел? Так. Отлично. И разве он не это хотел? Давайте сюда. Отлично. А, сначала надо было резать, а потом уж приготовить. Так, хорошо. Так, бери в руки.
Так, ее побери. Это уже надо подавать. И это надо подавать. Ой. Клиент остался недоволен. Но ничего. Сейчас наверстаем упущенное. Ну ничего. Идем дальше. Да все, уже поняли. Так, где же клиенты? Так, давай. Так, это вот сюда. Сюда. Отлично. Пока все хорошо. Так, это вот сюда надо отдавать. Давай, быстрее, быстрее. Сейчас разозлится эта наша девушка. И не видать нам звезды. Так, так, так. Давай, ешь. Прекрасно. Хорошенько поработали. Молодцы. Идем дальше. Следующая игра у нас это самое. Sort it 3D. Нам надо сортировать эти разноцветные шарики. Думаю, это опять же для детей очень хорошая игра. Так. Они будут сортировать по цветам. Это очень поучительная игра. Особенно для детей. Очень маленьких. Ну, наверное, года 3 или 4, которые уже начинают это самое различать цвета и учиться и так далее. Так. Ну-ка, давайте. Хорошо. Так, так, так. Отлично, ребята. Хорошо. Кажется, у нас получилось. И все. Идем дальше. Следующая задача у нас такая. То же самое. Надо сортировать, по цветам разложить наши шарики. Так, хорошо. Да. Отлично. Вот и сиреневый уже освободился. Супер, ребята. Вот и отлично получилось. Красота. Давайте еще раз поиграем. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А зеленое сверху слишком много. Давайте зеленое подберем. Дальше, дальше что? Да, вот это задача не из легких, ребята, я бы сказала. Так, ты давай сюда, ты сюда. И начали по цветам разложить. Отлично. А нет, вот этого уже в конце отправляем туда. Хороший результат. Вот. И получилось. Прелесть. Ладно, посмотрим, что у нас тут остался. Color Hull. Наша следующая игра.
Так, нам надо собирать только белые квадратики. Если мы наткнемся на эту малиновую фигурку, то мы проиграем. В общем, нам надо подобрать только один цвет. Отличная игра для детей, то же самое. В общем, это развивает, наверное, отличать цвета или что-то. В общем, хорошая игра для детей, мелких детей, очень младшего возраста, чтобы они смогли отличить цвета. Ну, почему же нет еще и фигурочки, квадратики или круглые там. Ну, допустим, тут монетки. В общем, надо собирать так аккуратно, чтобы мы не это самое, не смог, это не зашли так на синие фигурочки. Вот, хорошо. В общем, собираем наши кубики. Ага, пропускаем эту зеленую линию и идем вперед. То же самое тут. Отлично. И мы выиграли. Ну ладно, идем дальше. А следующая и последняя игра у нас Bottle Flip. Что нам надо делать? Нам надо прыгать с одного места в другое. И так до конца. И сделать так, чтобы это самое... Ага, хорошо. Не касался пола наш. Ага, отлично. Супер. Пока все хорошо. А вот это уже плохо, ребята. Начнем сначала. Так, отлично. Ай, эй, эй, эй. Так, отлично, хорошо. Молодец. Супер. Блин, ну почему? Там же стул есть. Кошмар какой-то. Последний раз пробую. Так, так, так. Отлично. Давайте. Все, я обиделась. Ну ладно, ребята, не будем грустить. Впереди еще много игр. С вами было хорошо. Оставайтесь в отличной форме. Пока, ребята. До встречи.